Всем привет, меня зовут Атажанов Тимур, и я ведущий YouTube канала Агродвиж. Там плюс-минус 8-10 гибридов там я смотрю, потому что все время нужно находиться в поиске лучшего гибрида. А выбор гибрида там разоплодный, красноплодный, ну не имеет значения. Ссылаемся на конечную цель. Конечная цель — это его нужно продать, реализовать. Ну, рано или поздно мы придем к тому, что будем продавать все на сети. Надо быть к этому готовым. Есть гибриды томата, которые на любого агронома. То есть там делаешь хорошо, выращивание очень просто. Да, делаешь плохо, все равно будет средний результат. То есть на любого агронома. И у меня получалось, как ни странно, это выращивать. Потому что был любой агроном. Томат для второго оборота. У меня сейчас Pink Crystal. Я его уже смотрел. Я его смотрел полтора года. То есть у меня был. Pink Crystal — это вегетативное растение, которое нуждается в непрерывном обрезке листвы. Однородный размер, цвет говорит сам за себя. И мы видим, растение сформировано, на нем удалялся лист. Но оно не жалуется на нехватку листа. Если мы первый кист не завязали, не опылили, то растение не чувствует нагрузку, и оно начинает жировать гораздо сильнее. То есть какой-то силы девать нужно, и растение беспокоится о своем потомстве, о семенах. А их нет, и растение начинает нервничать и занимать пространство вокруг себя. И плюс, каждый пятый день я работал препаратом MaxiCropSet от Валаха вроде бы, да. И у меня на 2 гектара работает 6 человек, 6 тепличниц. То есть это мало. Чтобы подвязывать томаты и там лист ломать, да, и хватает. Опыление, когда тукать, это занимает очень много времени, и мы бы не успели. Были, то есть органическая продукция. Да, это означает, что они живые, короче, ну, люди будут жить дольше. Мочевое, да? То есть питание корня. Да, он уходил в сторону капельной ленты. Капельной ленты. Потом я соединил все в одно, у меня тут стало междурядье больше. Положил две капельные ленты, которые, ну, на один ряд типа капельная лента одна и на вторую. И так первый год, когда выращивал, да, посадил в эту теплицу на 5 соток 2000 растений. Собрали 3 тонны с теплицы. 3 тонны с 5 соток. Ну, вот, а на рынке плохих гибридов нет. Все хорошие, но каждый гибрид под свои условия. Свою технологию имеет урожай. Под свои условия, да? Вот в таких теплицах садить индеты и захучать, там вообще не будет урожая. Там будет куча болезней, куча проблем, и будут говорить, что самый плохой в мире гибрид. Хотя на самом деле гибриды условия все классные, все, только да? Он себя классно покажет в нормальных условиях. Цветок один. Один цветок? Вот, да, цветок один, когда он цветет, он тянет на себя очень много нагрузки. То есть растение там, ну, растение — это смысл жизни растения, чтобы цветок зацвел, и растение старается сделать его максимально классным, чтобы насекомое его услышало. Этот запах, этот цвет увидела яркий, растение там старается, и это большая нагрузка. Ты подписан на мой канал? Подписан? Конечно, подписан. Ты? Обязательно, так, всегда за новинкой. Подписаться на его канал, тем, кто занимается выращиванием овощей, информация всегда актуальная, с первых уст.